Мимо такого кадра я не могла пройти. Это первый раз, когда я вижу в Испании средь бела дня отдыхающего мужичка. И спокойно, никто его не пинает, никто ему не мешает. И погода такая, что он не замерзнет, как в наши уральские морозы. Ну, в общем... Смотри, там еще баночка пива стоит, он отдыхает. Человек наслаждается жизнью. Вот видишь, как здорово. Вива Испания!